Привет, ребята! Добрый день! Послушайте нашу дребедень. Это текст-песни «Сектора Газа». Короче, здорово, щеглы! Сегодня будем разыгрывать конкурс. Вот моя толстая физиономия с подпиской типа «Розыгрыш 2000 рублей» среди подписчиков. И тут какой-то умный дядька набил 51 коммент, наверное, набил 50. И понятное дело, что все вот эти комменты, которые добавлены в одно время... Я все проштудировал, понятное дело, что это один человек зарегистрировался. Если все смотреть о канале, дата регистрации 13 декабря. Ну, как бы, там, меня за дебила считать не надо. Более того, ребят, это гнусно. Я вообще в любом случае хотел этот конкурс сделать, даже если не набралось бы 50 участников, а их не набралось, ну, 50 комментариев. Вот, в любом случае я хотел разыграть, так что имейте это в виду. Не надо не то, что жуличить, а... выставлять себя дебилами и меня пытаться сделать дебилом. Вот, и все равно, как бы там ни было, с учетом того, что есть вот эти левые комменты, я сейчас все отсортирую, то есть тот, кто это делал, один человек, он тоже не будет исключен и тоже будет участвовать в конкурсе. То есть, только как тебя называть, овальный, авторитет, эйфория или лошара, я не знаю. В общем, сейчас будем мы клеить конвертики. Ну, в общем, все вот это проанализировав, сейчас прямо вот при вас буду списки заполнять. Ну вот, сейчас мы будем заполнять с помощью меня и еще человека-ассистента, моего любимого. Вот, Швеция нам не надо, мы там потом поедем, наверное. Вот, розыгрыш, будем заполнять из комментов все имя, фамилию. Вот здесь сделаем упорядочить сначала новые, то есть по времени. И будем писать вот сюда на листок имя, фамилию каждого. Потом я это все порежу. Ну, на лоскуты, короче, вас всех порежу. Шутка. И будем, в общем, это, ну, разыгрывать. Ратмир Климачев дальше еще один поставил. Уже было, да? Дальше Владислав Журавлев. Поглядим, когда канал открыт. 23 июля тоже годится. Все пока все нормально. Смотрим дальше, да? Так, на ком остановились? Так, Владислав Журавлев, лайк за видео. А вот так будем открывать, наверное, и проверять. А, что-то тут неправда, но... Макака? Владислав Журавлев написали, ладно, дальше... Макака пусть будет. Отличный канал. Показать ответ, правда, Макака. Я Васнецов. Макака Васнецов тогда пишем. Ну, наверное, никто же не обидится. Вот. Дальше. Кирилл Девяткин. Мой добрый друг. Пишем. Проверять канал даже не будем. Дальше. Юрий Зайцев. Засеев, точнее. Простите за коверканье. Так, дальше Илья Медведский. Илья Медведский. Даже ВК скинули мне тут ссылочку. Все пишем. Дальше, ну, не знаю, Ерофеев, например, пусть будет. Хотя, о, а вот здесь уже пошли, ребят, 4 часа назад и так далее. Здесь будем смотреть, видите? Аккаунты с фотками баб и так далее. Это все уже немножко подтягивает надуркой. Так. Сейчас еще раз. 5 дней назад. Вот 4. А, 4 дня назад. Вот 4 дня. Вот 4 часа назад. То есть, вот это что у нас? Попов Александр мы не записали, да? Пишем 3 дня назад. Илья Медведский, Попов Александр. Ерофеева пока вычеркиваю, блин. Ну, это какая-то ерунда. Так, Авдеев, Скворцов. Вот это все надо посмотреть. Откроем Коловрат о канале. 13 декабря 2020 года. Соответственно, я так думаю, что все вот эти, которые 4 часа назад. Так, Лошара. Смотрим Лошара. Тоже 13 декабря. Ну, короче, все это за один аккаунт мы смотрим. И, ребят, тут уж извините, но это какая-то надурка. Загибов Артур, давай, кто у нас вот, Портнов Григорий, кто еще, мне тут подсказывают.
Мне кажется, все, что 4 часа назад, мы уже смотреть не будем. Это все, вот, ну вот давай еще какой-нибудь для интереса Киряев Петр и о канале. Ну все, 13 декабря, ребят, все это надурка. Вы что-то хотели, но я вот вас все равно в список включу. Это один человек, пусть будет. И я думаю, ну не хочу, чтобы ему выпал этот приз, потому что вот тут подбили под 50 комментариев. И я, более того скажу, я бы разыграл, когда их было меньше. Поэтому просто сделаем вот, да, вот такой вот аккаунт. Итого, сколько у нас получается, Мискэт? Давай посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Всего 9 человек. Ну что ж, ребят, я обещал. И давайте сделаем всего 9 человек, да. Сейчас мы все это порежем и разыграем. Давай, единственный Олег Малышев. Или вот это, надеюсь, повезет, проверим, кто это. То же самое, 13 декабря. Ну, я, в общем, я считаю, что это один человек. По статистике невозможно написать комментариев. Ну и последний, да, чтобы все было честно, адекватно. 20 сентября, миролюбивый, да, 20-го года. Ну что, запишем миролюбивого еще тогда. Раз так. Ну и все. Все, на этом все. Приступаем к дегустации. Шутка. Вот еще раз всех проверяем. И, ребят, сразу говорю, если кто-то реален, и вы, ну, напишите мне. Хотя, опять же, да, напишите мне, как там мы написали 13 декабря 2002, если кто-то из вас напишет. Нет, давайте вот так, на мой анализ, вот так честно будет, я думаю. Вот так, да, видос. Так, ну вот, собственно, все квиточки кладем в одну шляпу. Здесь видео будет уже без монтажа. Вот всех, кого написали, сюда и кладем. Тарам-тарам. Хотели в шляпу лепрекона, но с учетом ремонта я не смог найти шляпу лепрекона. Поэтому будет обычная, сочинская. Или откуда, из Ейска, да? Что написано? Что-то тут написано, короче. Переворачивать не буду, все рассыпется. В общем, вот. Сюда все кидаем. Что там, все? Нет. Еще одна, да? Да. Так, дай-ка. Ничего не выпало. Ну, Мискэт. Сам не могу, не доверяю себе. Понял? Вытягивай давай. Давай, давай, не боись. Итак, наш счастливчик, раскрывай. Сейчас это 13 декабря, блин. Юрий Засеев. Ну вот, Юрий Засеев выигрывает конкурс, в конкурсе 2000 рублей. Поздравляю. Чего там? Ну, я напишу сейчас, ну, понятно, не надо же писать видео. Коммент, пожалуйста, Юрий Засеев, оставь, куда перечислить тебе бабулеты. Ну, все, всем остальным спасибо за внимание. Розыгрыши будут проводиться, к Новому году еще будет один, может быть, даже с большей суммой. Ну, вот, а так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Рома, и всем пока. Еще раз поздравляем.